привет! С вами Ярославна Громакина. Сегодня мы посмотрим, как выглядит вот такой подарок премиум-класса изнутри. Это металлический сундучок с надписью «С Новым годом». На нем нарисованы, значит, вот такие снегири. Здесь у нас это производство «Визимамта». Да. Очень похоже на нашего лондонское одно местечко. Беседка такой красивый, рябины висит. Значит, с этой стороны металлический сундучок, это мостик, тоже рябина, снегири. Выполнен преимущественно в таком виде красном стиле с белыми снежинками. И узоры. В узорах везде тоже присутствуют такие красные ягодки, очень красивые. Мне понравилась эта шкатулка, ее потом можно будет использовать в быту для, в качестве, не знаю, украшений, для хранения каких-то, может быть, ваших принадлежностей, да. Так, что? Мне очень понравилось, как выглядит сама эта шкатулка. Она практичная, ее можно будет потом использовать в быту для хранения каких-то ваших принадлежностей, да. Женских, может быть, каких-то заколочек, пуговичек. Так, здесь замок. Замок. Открываем. Так, что у нас тут хранится внутри? Так, уберем, чтобы ничего не мешало. Так. Давайте смотреть. Сливочный батончик. Суфле в шоколаде, груша. Суфле в шоколаде, груша. Суфле в шоколаде, груша. Три штуки. Хорошо. Суфле в шоколаде, клубника. Еще одна клубничка. Еще одна клубничка. По три штучки. Кедровый грильяж. Суфле в шоколаде, черника. Видимо, их тоже будет, так предполагаю, три. Так, третью пока не вижу, ладно. Опять грильяж кедровый. Вкусненная, это арахис мягкой карамели. Мы уже знакомы. Так, амта. Нежность с любовью. Конфета с черносливом. Так, это небезызвестная фрутмис. У фрутмис всегда очень плохая упаковка. Очень часто эти конфеты лежат развернутыми. Хотя они, в принципе, вкусные. Там мягенькие такие. Паруса любви. Фрутмис фруктовую начинку содержит. Ну, упаковка плохая. Так, вкусненно. Так, тут что-то съели. Наверное, мой ребенок уже успел. Так. Батончик кокосовый. Это, видимо, что-то наподобие кураги, наверное, разбудит. Черный слив. Угу. Так, буратино. Фрутмис. Фрутмис. Буратинины денежки. Шоколадная картошка. Опять грильяж. Кедровый. Крылатая весть. Самолетик такой. Чернослива 2 уже. Шоколадная конфетка. Еще одна курага. Грильяж кедровый уже какой-то маленький. Остальные давайте-ка посмотрим, где они были у нас. Кедровый грильяж. О, нет, точно такие же. Я ошиблась. Хотя нет, я же думаю, точно было потяжелее. Вот, смотрите, это такая пачка побольше, это совсем маленькая ножичка, разной толщины. Сравним. Любимая поляна с ландышами. Кустена. Сливочные батончики, я вообще люблю сливочные батончики и вообще батончики. О, батончик. Шоколадный, прям по заказу. Уже крышечка наша перевешивает, сейчас упадет. Шоколадная конфета. Путь каравана. Насколько видно, хорошо, не знаю. Так, фрутмис. Шоколадная конфетка. Конфеты флер. Другой флер.
Один такой светло-коричневый, один темно-коричневый. Наверное, один молочный какой-нибудь шоколад, другой темный. Так, метеорит. Метеоритом-то. Еще один грильяж. Что здесь у нас? Флёр. Вкустёна. Фрутмис зелёненькая. Батончик кокосовый. Это что у нас? Конфетка шоколадная. Батончик. Грильяж. Анта. Метеорит. Флёр. Путь каравана. Метеорит. Это что такое? Еще не попадалось. Флипсики. Первый раз попалась. С мальчиком каким-то. О, они на дне были. Еще один флипсик какой-то зеленый. Паруса любви. Амта метеорит. Амта барбарис. Сосалка, наверное, судя по всему. Ландыш. Карамель. Карамель. Видимо, апельсиновая. С любовью. Картошечка. Буратинина денежка. Картошка. Амта. Опять барбариска. И еще одна барбариска. Вот, давайте посмотрим, как это у нас все будет выглядеть. Вместе. Вот, вот. Так. Вот наши конфетки. Подарок премиум класса. Надеюсь, что очень вкусный. С вами была Ярославна Громакина, обзор канала «Наши дети».